Второй раз проводим соревнования по специальной технике. Специальная техника – это один из пяти видов тхэквондо, по которым проводится чемпионат мира, Европы и России. Мы проводим здесь те возраста, которые пока что в этих мероприятиях на больших соревнованиях не участвуют. Но мы это делаем специально, чтобы готовить ребят при подходе к юниорскому возрасту, когда у них начнутся официальные соревнования, чтобы они уже были как-то готовы. То есть это хорошая для них практика. Мы проводим данные новогодние турниры не первый год. Эти соревнования являются как первым стартом для начинающих тхэквондистов, на которых мы можем просмотреть перспективных бойцов, оценить их уровень подготовленности. Также это является опытом для наших судей, на которых они могут научиться каким-то азам судейства. Ну и в первую очередь это новогодний праздник, на котором мы хотим подарить детям хорошее настроение в преддверии Нового года. Интересно посмотреть на других участников, как они соревнуются. Они хорошо дрались, достойно. От имени спортивного клуба «Бег» хотим поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть все старые обиды останутся позади, а в Новом году будет еще больше спортивных успехов. Ведь сейчас на наших соревнованиях вы все хорошо постарались. И мы уверены, что каждый из вас может еще лучше, ведь выше Беркута никто не летает.